Здравствуйте. Для того, чтобы вам отписаться от форумов, вам необходимо перейти на сайт курсов. Для этого мы переходим с вами на этот сайт, вводим свой логин и пароль, нажимаем вход, и вот мы вошли. И для нас открываются наши доступные курсы. Допустим, это курс библиологии. В общем, даже это и не важно. И здесь мы видим свое имя, что мы вошли. Далее, вы переходите на ваш почтовый ящик. И вам придет письмо от преподавателя, в котором будет инструкция, как отписаться. Мы открываем это письмо, и здесь видим следующее. У вас может быть другой текст будет написан, но вы не смущайтесь. Самое главное, чтобы вам в вашем письме увидеть вот такую вот ссылочку. Отписаться от всех форумов. Поэтому вы теперь смело нажимаете на эту ссылочку, и вас переносят именно на сайт с курсом, где вы сейчас, вот видите, мне предлагают, в настоящий момент вы подписаны на два форума. Если вы действительно хотите отписаться от всех форумов и отключить автоподписку на форумы, надо нажать «Продолжить». Давайте нажмем «Продолжить». Нажимаем «Продолжить». Все, все ваши подписки на форум были. Вы все еще будете получать сообщения с форумов, на которые установлена принудительная подписка. Если вы не хотите получать любые электронные письма этого сервера, то перейдите в свой профиль и заблокируйте адрес электронной почты. В общем, я думаю, теперь вам суть ясна, как это сделать. Нажимаем «Продолжить». И все. Теперь мне не будут приходить на мой почтовый ящик с форумов все ответы студентов, которые они там пишут. На этом все. Спасибо за внимание.